Какие бы испытания нам ни подкидывало время, люди все равно посещают концертные и выставочные залы. О хлебе духовном говорим сегодня с директором Калужского дома музыки Маргаритой Кулаевой. Сейчас, казалось бы, время пандемии, там вирусы какие-то страшные. Люди все равно ходят на концерты, скучают, возмущаются, что если там какие-то ограничения вводятся. Казалось бы, сядь дома, побереги себя. Нет, нам вот эта жажда прекрасного получается важнее. Почему? А чем жизнь свою наполнять? Можно жизнь свою наполнить только хлебом, да? А зрелище? Ну, условно, как бы не только материальное нам нужно в этой жизни. Иначе есть же тоже выражение «живи каждый день». Да? Вот потом мы отложили раз, отложили два, отложили три, отложили четыре. Потом глядишь, а все, а дальше уже ничего не осталось. А без прекрасного, но наша жизнь вообще скучна, однобока, плоская. Да? А наша реальность же все-таки не плоская. Мы не хотим, чтобы наша жизнь была плоская. Мы хотим, чтобы она была многогранная, объемная. Для этого у нас есть книги, искусство всех видов. Вспоминается вот Ирина Антонова, директор музея изобразительных искусств, бывший директор, она ушла от нас не так давно. Она говорила в своем интервью, что не представляет себе, чтобы минимум раза три в неделю она не сходила на какое-то культурное мероприятие. А вот вы, как часто вы сами ходите на чужие концерты, на другие концерты, в другие там учреждения, вообще ездите, вот себя сами напитываете? У вас есть на это время и желание? Желание есть, возможности, к сожалению, не очень много бывает именно в силу ограниченности по времени. Недавно хотела поехать в Москву, уже даже выбрала, почти купила билет, но меня напугали тем, что там в Москве бушует омикрон, и я уже прямо вот на стадии покупки билета, я очень хочу попасть в «Зарядье». Там был прекрасный концерт, закрытие рождественского фестиваля Спиваковского, вот, и я очень хотела туда попасть. Ну, значит, в следующий раз. Нет, в Калуге тоже, конечно, хожу, не очень часто, безусловно, выбираю то, что мне интересно уже как слушателю, и иду. А что вам сейчас интересно? Что, возможно, мы стараемся воплотить из того, что хочется. У меня же есть прекрасный инструмент здесь. Я могу здесь делать то, что интересно. И то, что в Калуге не слышали, то, что меня на самом деле как бы цепляет по каким-то профессиональным, музыкальным и человеческим вещам. У меня есть возможность какие-то вещи сделать. А нет возможности, где не хватает уже ресурсов, где нужны другие составы, другие сцены. Поэтому, когда нас зовут в чем-то участвовать интересном для меня, как профессионала, для наших артистов, я тоже сразу соглашаюсь. Есть какая-то вот такая, ну не то чтобы четкая, но, не знаю, политика вот у Дома музыки, да, вот вы как руководитель говорите, вот нам надо обязательно то-то, то-то и то-то. Политика очень простая. Территория профессионального творчества. Все. Этим сказано достаточно много. Заходить в один жанр совсем и быть только площадкой, только мы академическая площадка, безусловно, но жить только в рамках этого, но нам не позволит современное время и слушатели вот для того, чтобы готовить, подготовить. Мы развиваем в себе многожанровость, если честно, эклектика. Вам, мне думается, удается избежать то, что называется «идти на потребу публики». То есть все равно все это в рамках, остается в рамках искусства. А это один из наших как бы основополагающих принципов, да. Вот тут мы не переступаем. Должны быть аншлаговые программы, должны быть продаваемые, должны быть на широкую массовую публику, но они должны отвечать тем критериям, которые мы для себя поставили, безусловно. Чем особенно гордитесь, что вот вы в этом году планируете привести, кого, может быть, в недавнее время привозили, какие программы вот вам... У нас есть очень интересные идеи и планы, но гордиться, наверное, этим пока рано, потому что, как вы правильно сказали, в наше время тут настолько все шатко-валко, что планировать все достаточно сложно. Основные программы сейчас? Так, сейчас, подождите. Такие программы.
Ну, начнем с того, что концертное заведение – это не театральное заведение. У нас несколько другой и режим работы, и график. Если в театре ставят спектакли, и потом начинается прокат, мы меньше прокатные, мы все время ставим, да, и делаем новые больше, программы, да? Больше нового, да, поэтому премьер у нас так много бывает в сезоне. И мы их не так часто повторяем. Некоторые программы, такие, которые весьма технологичные, сложны в реализации, нам их удается реализовать один раз, потом мы ждем следующего, когда мы это сможем. То есть не все можно так вот раз и поставить на поток. У нас вот другой жанр совсем. А так, что касается хора, ну мы, наверное, перепели большую часть современных мес. Сейчас очень популярно мессы делать, да, на католические богослужения, но с разным музыкальным наполнением, разножанровые. Видимо, тоже это делается в мире для популяризации, да, и духовности в том числе. Начали мы когда-то с креольской мессы Ариэля Рамиреса, потом была и маленькая джазовая месса, сейчас последняя месса танго. Причем для каждого есть свое время. Когда-то я, когда увлеклась Ариэлем Рамиресом, мне попались, даже ноты попались, мессы танго. Но тогда я послушала, посмотрела и думаю, не хочу, вот сейчас не могу. Потом настал момент, мне захотелось это сделать. Очень много, опять здорово, что у нас есть такая возможность, что мы то, что возможно, мы исполняем в том составе, для которого это написано. Да, благодаря тому, что у нас есть камерный оркестр. И поэтому тут классики, тут Фаре, тут Вивальди, там Пуленк. Ну, Пуленк требует симфонического оркестра, и мы тут делали Стабат Матер Пуленка, мы делали, перекладывали оркестр на фортепиано и орган. Вот такие вот вещи. У оркестра сейчас такой намечается очень хорошая тенденция, интересная в поиске новых программ, новых имен, новых композиторов. Да, да, у них, я считаю, будет очень интересная программа, премьера в марте английской музыки от Пёрсела до Битлз. Там тоже будет Битлз, но он будет совсем другой, он будет академический, инструментальный академический. Поэтому вот он в эстрадную программу «Битлз» те сочинения не вошли. Мы увлекаемся современной хоровой музыкой. Сейчас я считаю, что хоровая музыка вообще такой всплеск переживает в мире, если честно. И расцвет, такое количество композиторов, новых имен, и она становится удивительно очень популярной, очень исполняемой. Вот это правда. И последняя наша программа, которую мы любим, «Хоровые зарисовки современного города», мы уже сделали часть 2, кажется, скоро будет часть 3. Мое последнее увлечение – это Гия Кончели. Вот удалось реализовать сейчас одно сочинение «Убаюкивание солнца». Абсолютно роскошное. Абсолютно роскошное. Там, кстати, много философии, скрытой такой философии через пейзажность, через изобразительность музыки, через гармонию, через медитативность некоторую такую. При этом, ну, как бы
Ну, насчет понятного языка, ну, может быть, не всем понятно. Сейчас у меня мечта сделать тоже Гея Кончели, а Мао Оми «Война бессмысленна» для хора и квартета саксофонистов. Уж я не знаю, как быть с квартетом саксофонистов. Но музыка тоже. Это та музыка, которая заставляет еще задуматься. Публика готова? Готовим? Так мы же ее растим, вот поэтому у нас есть и детские наши проекты, и музыкальные экскурсии, и я с мамой на концерт, вот откуда сказки под музыку, да, началось сказки с оркестром, сказки с органом, сказки там с камерным трио, солистка у нас Елена Шумаева оказалась великолепной актрисой, чтицей, и сейчас многие ходят на нее именно когда она читает. Да, вот это поразительная штука. Где волком тащится, забавно это в видимике, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает, засечку сделать, лопатка сейчас. Вера, Анюшеньки, за ручки готовы. Привела лопатка Федюнку к деду Ефима, затем старик уж знает.